Справились качественно и в срок. Установка гидроемкостей – очередной и важный этап на большой стройке. Их объем – 60 кубических метров. Толстостенный корпус, в котором будет находиться раствор борной кислоты. Это часть так называемой пассивной системы безопасности реактора, которая не требует для своей работы никаких источников энергии и вмешательства оператора. Для того, чтобы предотвратить разрушение тепловыделяющих элементов, включаются в работу эти гидроемкости. Две из них подают раствор борной кислоты снизу активной зоны, а две подают сверху активной зоны. И время их работы 30 секунд. За это время разворачивается уже активная система охлаждения зоны. Там включаются насосы и подается охлаждающий раствор для того, чтобы предотвратить максимальную проектную аварию. Установка гидроемкостей позволит приступить к следующему конструктивному этапу в гермозоне реактора. Этот этап позволяет нам закончить заброску такого крупногабаритного оборудования через верх. И, соответственно, начнется бетонирование, армирование, бетонирование обстроя и внутренней защитной оболочки блока номер 1.